Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами Михаил. О, с чего начнем? Я сегодня проводил стрим, так, спонтанно решил попробовать, потому что до этого я пробовал на другом канале. Ну, пробный у меня был там, у друга попросил, чтобы не ложануться. В итоге там прошло все нормально, без всяких задержек, все было классно и комментарии шли. Ну, на следующий день я решил попробовать, почему бы и не провести на своем канале. В общем, все хорошо, в принципе. Вот, в итоге, нифига не хорошо. Было очень ужасно, все пропадало. Это я потом пересмотрел. Лаги сильные были, кто смотрел, тот знает. И я решил его убрать, это видео вообще. Так что, если вы ищете его, друзья, его нет. В общем, но главное, что стрим будет, только надо разобраться всем с этим, не знаю, в чем дело. Может, действительно, в связи с интернетом, потому что интернет тает. В общем, я хочу подключиться онлайн, в итоге нифига. Вот, и в общем, что сказать. Это будет, но не сегодня, не завтра, потому что... Для меня это пока еще надо настроиться, это все сделать. В общем, карту захвата я убираю, ее там навтыкать, в общем. Ну, пока оно так. А так, в принципе, ничего сложного нет. Все вживую, все сразу помещается на YouTube. Это классно, не тратишь время на загрузку. Но мне больше всех нравится со своей картой захвата. Она крута на самом деле. И не требует танца с бубуном. Единственное, что... геймпад. Стримить нельзя. Еще у меня новый геймпад, который ведет себя не как новый. Потому что оригинальные геймпады, сказали, уже не продают, только их блестящие копии. Скажем так. Так, немножко я потише сделаю. Надеюсь, меня слышно. Я еще микрофон убавил, чтобы там шипение меньше было. Так, я Зевсом. Зевсом крутой. В общем, мне на самом деле реально понравилось, там живые комментарии, люди пишут там привет. Я на самом деле всем не могу привет передавать, вы это поймите. Если кто-то хочет там, чтобы я их замечал, ну, не всегда у меня получается, друзья. Я не против этого, но я не смогу на всех зацикливаться там, говорить по именам, такой-то, такой-то, я хочу передать тебе привет. Нет, это все не так. О, иди сюда, мой белый хлеб. Смотрите, не дает себя ударить. В общем, а так, в принципе, может постараюсь кому-то отдельный. Ну, если я кому-то отдельно передам, знаете, все захотят. Все 13 тысяч, это будет жестко. Ну, образно даже не 13, да. Сколько меня смотрит там, по 2-3 тысячи иногда бывает. Если даже часть из них захочет, то я устану. Я иногда на комментарии устаю отвечать, потому что их все больше и больше. Да что такое-то? Ох, новый геймпад не это. Он как-то, знаете... А, блин! Он срабатывает не так, как хотелось бы. Это, скажем так, хорошая подделка оригинального. А оригинальные геймпады все бушные. Вот такая вот страсть идет. Так, ну что, сейчас я тебе нападаю. В общем, долго я играть не буду, потому что уже поздно. Вот. Стрим проходил полчаса, 36 минут, в итоге нифига, забраковал. Оу, попеченочки мне, хренушки тебе, вот это, руки держи, блин, он мне сейчас оторвет их, отходи, а первая пошла. Я, кстати, нажимал, он реально геймпад тупой, на самом деле. Друзья, я ищу, я в шоке, это новый геймпад, блин. Ну, а лучше бы я на Алиэкспресс заказал, и не было бы обидно, на самом деле. Было бы все круто. И он пришел бы там за 1000 рублей. Хорошо, я добавлю атаку. А хоть шанс будет какой-то. Мне, кстати, побеждал уже Ашу Зевсом. Это было давно. Ёпарасете. Один удар, 4 дырки, да? Ну что, еще давайте попробуем.
О, вот такой ты крутой, да? Оу, промазал. Вернее, я промазал, а он попал. Ну что, ладно. Сейчас попробуем тебя все-таки обновить. Ты же не знаком с моим кулаком. Оу. Так, зацепил, отлично. Отлично. Потихонечку, помаленечку. И что? Ждем. Восстановиться надо немножко. Так, что еще можем? Блин, ну вот это вот торможенный удар на самом деле. Опа! Ушел! Ушел, но и нифига ему не сделал. Ладно. Сейчас будет. Оу, хотел вернуться. Он, вот я нажимаю на кнопку, и он не чувствует этого. А вот сейчас, ты какого хрена столько раз ты уворачивался? А, вообще, в общем, я с тем геймпадом ругался, а с этим я буду друзьять чересчур. Он же не должен так меня подставлять. О. Хопа, а я вперед. Как-то надо его уработать. Ну так-то я его долго буду. Очень долго. Хопа! Хотя. Немножечко. Мне главное его ранить, чтоб это. У него желтый цвет появился, потому что потом он еще увеличивает силу удара и до свидания всем. Ага, ранить его. Па-бам! Вот он. Полных сил. И нафиг тебя. И давай. И вообще, ну да что такое-то? Мажу я. С новым геймпадом действительно не то. Я все думаю, вот, новый геймпад, сила там. Нифига. У меня еще рука сейчас это может отлететь. Ну ладно, Зевсик, сделай его. Ну он с коронками, конечно, беда на самом деле. О, по лицу же прямо, блин. Упс. Упс. Давай, давай, на отходе. Хопа! Попался. Не знаю, сколько раз ему надо добавить вот так вот. Но он сильный. Он не то что сильный, он еще удар хорошо держит. О! Опа! Это мне нравится. Ага. А вот это не очень. А, вот ты как. И не решил уработать, да? Держи. Может, сейчас я вас могу уничтожить. Я надеюсь на это. Ага. Вот это мне уже больше нравится. Ой. Тихо. Пошел отсюда. Ну, я думаю, у меня сейчас энергия закончится. И это единственный минус, который я сейчас... Получу, да? Да, точно. Так, блок. Ё-парасота, я хотел его уничтожить. Придется его... Вот так вот. Давай! По башке ему! Нет! Я могу, я знаю, что я могу. Так, ну у меня вторая рука в таком же состоянии. Бляха-муха, да ну тебя! Ладно. Раз, два, три. И опа. Раз, два, три. Опа. Почти до конца. Два, три. И взяли. Давай. Опа. Отлично. 10 секунд, друзья. Бляха-муха, да что ты, твою медь, а? Станем так немножко. Ну я даже не знаю, друзья. Силу удара сделаем, и мне падать больше нельзя. А то у меня рука вторая отлетит. А ему можно. Ёлы-палы. Давай.
Вот это вот плохо. Ох, промазал наконец-то. Да что ты? Я, блин! Все же увернулся, но неудачно. Так. Успею тут, не успею. Да вряд ли. Так. И вообще, мне кажется, этот геймпад как-то схватывает хреново. То есть он нажимаешь, и через долю миллисекунды происходит то, что должно произойти долю миллисекунды назад вообще. Ладно, хрен с ним. Пускай он меня победил. В общем, комментируйте, друзья, пальцы вверх. Я старался его победить, но как-то не срослось. В общем, с вами был Михаил. До скорых встреч. Пока-пока.